На областным сборным пункте началась отправка во Узброенные силы Республики Беларусь. Усяго подчас гэтага призыву погоны наденуть каля 800 представников региона. На урочистым митингу побывали наши корреспонденты. Яны приезжают на областный сборный пункт с самой ранницы. У первой партии призывников, которые сегодня накировываются в Узброенные силы, крыху больше, как 100 человек из разных районов Гомельщины. А пошний медицинский огляд и заключение годны до службы у армии. У областным военкомате их называют кандидатами у элиту. Эти призывники будут служить у войсковых частях сил специального призначения, частях Комитета державной безопасности и супротиповетренной обороны. Але головное навод не место службы. Для этих молодых людей оборона родимы не просто словы. У меня никогда не было желания откосить от армии. Я всегда хотел отслужить. И горжусь тем, что у меня получилось попасть в ряды. Призыв на военную службу – новый этап у жизни любого человека. У ближайшие 1,5 года яны научатся не только ходить строем, але и працевать у команде, ушановывать армейское братерство и гонориться своей приналежностью до белорусской армии. Им придется забыть про постоянное корыстание компьютерами и сотовыми телефонами и больше часу проводить на физичных тренировках. Я громадянин Республики Беларусь, усведомляю особистную отказность за оборону суверенитету и территориальной целостности краины. Гэты словы з урачыстага абяцання, якое призывники паўтараюць падчас урачыстага митингу, теперь станут сэнсам их армейского життя. В военных комиссариатах отработана система отбора. К сожалению, демографическая ситуация с молодыми людьми в Республике Беларусь, она напряженная и остается, но максимальное количество здоровых, годных ребят Гомельщины мы сегодня и в последующие дни до 31 мая отправим вооруженные силы. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».